Ну, поделитесь первым впечатлением о игре. Нет, впечатления приятные. Во-первых, Томск хорошая команда. Ребята тоже готовятся. И приятно именно содержание. Содержание игры. Да, были ошибки, они есть и будут. Многие сочетания у нас пока новые. Ребята притираются друг к другу. Но и в первом тайме, и, скажем так, в первом тайме и видели, и реализовывали, да, имею в виду подходы к воротам, там немножко концовочки не хватало. А во втором тайме были хорошие подходы, но ребята где-то неправильно оценивали ситуацию и делали не те, ну, не то продолжение выбирали атаки, которые хотелось бы. Но все впереди, это первая игра, мы работаем. Ну, расскажите, как проходят сборы и что предстоит дальше? Ну, Сочи вы знаете, да, там больше беговая была работа, сейчас смешанная. Чередуем работу над физической готовностью с играми. Вот. И следующий сбор уже будет, как бы даже турнир. Поэтому мы уже будем больше уже определяться, кто, скажем так, кто первых один человек, который выйдет в первой официальной игре, да, Нового года в основном составе. Сергей Брызгалов не вышел на поле. Расскажите, почему? Не знаю. Где-то после тренировки вроде все нормально было. Потом он рассказал, что ему как бы заболела шея. Очень рвался играть, даже сделал обезболивающий укол, но мы посчитали, что это не стоит того, да, еще впереди игры, еще впереди сборы, и поэтому, ну, не надо рисковать здоровьем, особенно на данный момент.